Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Юди, за микрофоном по-прежнему я, Андрей. Сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием Need for Speed Underground, первую часть. Сегодня у нас с вами на повестке дня спринт, мы заняли, по-моему, давайте глянем в статистике. Ага. А где посмотреть? Журналы, да? Нет. Во, рейтинг. Смотри. Ха, подожди, а где он? Эдди. В кольце нет Эдди. А где Эдди? В кольце Эдди нет. И здесь они на первом месте. И здесь они на первом месте. И здесь его нету. Чё за прикол? Что такая странная фигня? Ладно, час пик, 11-я гонка. Начинаем. Вообще было же написано в какой-то там штуке, типа то, что Эдди занял все топ-1. Он типа вышел из гонок или чё? О, это... Это прикольные чуваки, с ними весело кататься. Опять у меня походу сбросилось, да, вручную ушло. Я не понимаю, почему у меня это происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, прости, Супра. Но у меня спринт. Мне Эклипс. А, или что у него там, 250? А, или что, я не понял, на чем он едет? Акура. Акура, пока. Твой косяк, ты мог повернуть налево, ты не захотел. Так. Пока не напряжно. Пока они где-то в жопе все. Еще, по-моему, кого-то развернули, мне показалось. Машинка у нас едет бодренько, заряженная. Ой, можно было срезать. Тупанул. На спринте это, в принципе, ну, не критично. Так что ничего страшного, то, что мы с вами не срезали. Тут будет сейчас отличная прямая, где мы с вами используем по полной нашу закись Ашота. Просто Ашотик в гараже ставил. Вы думали, Ти-Джей? Не-не. А, по этим, по трущобам. Блин, ну тут опасно закись использовать. Тут неровности, тут может и занести. Немножко оставлю. Так. Для так сказать, специфично... С финиша со спецэффектами. Ладно, поедем тут. Не стал перестраиваться. Пофиг. Они где-то там пыль глотают мою чисто. Чисто... Ну, чисто я король этой дороги. У нас с вами почти все. Почти финал. Ёб твою мать... Вот для вот этого надо чуть-чуть закиси оставлять, потому что, ну, не дай бог, что случится. Офигеть, там чувак еще в начале только. Как так? Куда он там разложился? Во все, что можно? Спасибо, спасибо, спасибо. Задний бампер третьего уровня. Спасибо огромное. Вот этого я и хотел, но почему-то ближе мне к концовке дали. Может, так и задумано, хотя странно. Мне кажется, наоборот, надо давать все и сразу. Я хочу жесткое расширение. Где? Во. Как мне его получить? Нету. Тут фуфло одно. Обида. Type V. Что это за стандартный бампер? Ну ты от ничего такой. Хотя не, фигня. Во! Я не знаю, слышно это сейчас было? Самолет пролетел. Я, по-моему, в прошлой серии говорил то, что вот, самолеты летают. Ну ты от ничегошный такой. Этот же? Да, ну это совсем что-то фигня. Особенно, о, что это? Все, давай его. Короче, берем все, нормально, пойдет. Диски. Диски были уже третьего уровня открыты. А у меня кисло второго. Жесть. Можно обновить. Ну блин, тут маленький этот.
Радиус. Хенки. Что там есть по третьему уровню? Блин, а что они такие все узкие? Можно что-нибудь пошире? Я хочу с Зорчиком. Мома. Мома спорт. Нет, не то. Все не то. Не то. Нет. Ну, во. Сплит. Пусть будут они. Пойдет. Хотя они никак не влияют на самом деле. А если они никак не влияют, да? Они же не влияют вообще никак. Ну да, они вообще никак не влияют. Тогда пусть будут старые. Мне старые больше нравятся. Все. Турнир. Банда Эдди. Часть 2. Имей в виду, победитель попадает. О, привет. Угу. Отлично. Что-то хотя бы интересное происходит по сюжету. Ну, потому что осталось-то всего лишь сколько там? 10 гонок? 11? Я уже не считаю. И не посмотрел. Банда Эдди, да? Говоришь. У меня опять ручка включилась. Ну, блин. Я еще не настолько крутой, чтобы на ручке кататься. Опа! Смотри, какая жопа у него закинула. Но это у нас спринтец. Так что я не думаю, то, что мы с вами здесь долго просидим. Вроде я пока всех обошел, ну и все, и слава богу. Хотел пораньше повернуть. Если пораньше повернул, то это, врезался бы в веселого молочника, или кто там был. Я не обратил внимания. Слишком страшно мне. Ать. Машина стала, по-моему, увереннее ехать. Говорю, типа, тюнинг плюс 1000 сил. Сил лошадиных, да-да. Ты не знал? Вот я тебе скажу. Блин, я по этой стороне не катаюсь. Мне можно сюда, мне здесь привычней. О, опять этот паркинг. Начали его добавлять в финальные гонки, блин. Все в мыле, пипец. Вижу только половину дороги. Вот это печально. Ну ничего, сейчас я поверну аккуратно. Зато я аккуратно поверну, в отличие от них. Да. А вот здесь неаккуратно поверну. А потому что могу. Умею, практикую. Да-да. Ать, ать. А-а-а, нет! Блин, вот дебил так и так теперь поехал по длинному маршруту. Ну мог же не... Ну мог же. Не перестраиваться, ничего. Ладно, пофиг, он что-то как-то это слабенько едет. Потому что по кочкам прыгает. Спасибо, брат, спасибо. И... А, еще не и. Давай, 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 давай. И... Мы выигрываем первое место. По крайней мере, в первой гонке. Осталось еще две. Можно занять один разик второе место, если ему будет лень. Главное, Курту не уступать. Курт какой-то лютый тип, я считаю. Так. Че у нас? Алло. Все, игра сломалась. Поздравляю. Ну, блин, очень долгие загрузки. Ну, типа, не прям то, что пипец. До потери сознания долгие. Но достаточно, прилично. Мышка что-то выскочила, и зачем только? Давай, идите, прыгайте, ребят, я не хочу. На, спасибо. Мне вот и тут хорошо с вами кататься. Давай, собери все знаки. Все столбики, ты мне тем самым окажешь огромную услугу. Ать, ать, ать. Смотри, как профессионально захожу во все повороты. Да-да. Блин, веселый молочник, не надо. Все, мои профессиональные повороты закончились. Можно включать старого Андрюшу доброго. Давай, схвати столб. Оп. Оп, поеду здесь. Мне ничего не повлияет на то, чтобы мне здесь поехать. Не повредить, мне никак не повредить. Не повредить, сложное слово.
своих дерева не собрал. Я вообще в шоке. Еду как профи. Прям как будто бы не я играю. На самом деле я, если что. Ой, еще Линкин Парк на фоне. Это же Линкин Парк. Я вот в этих ваших музыках не силен. Слушаю АКДК и мне норм. Как говорила Клава Кока, мне пох. Вот и я, да. Вот. Ой, там кто-то развернулся красиво на карте, видел. Куда? Сюда. Дяденька меня там пытается догнать, но у него не получается. К счастью для меня, не к счастью для него. Давай, машинка. Ой, как люто играет, мне прям нравится. Главное, чтобы меня тут нигде не развернуло, прям на финише. Все. Победа. На! Вот так, вот это красивый финал, мне нравится. Тот какой-то. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Можно сейчас вообще не стараться будет. Расклад красивый у нас получается. Расклад сил, так скажем. Положение в топе этого турнира. Но, алло, спасибо. Турбина раздулась, все, поехали. Вот сам себя застопил в самом начале, лох. Не толкайся, чё ты? Таксист, брат. Эта сила таксиста помогла мне обогнать. Ай, поворачивай. Немножко не вписался, все равно. Блин, на самом деле, вот ему даже можно и уступить. Прям не сильно потеть сейчас, что-то пытаться показать. Какой-то мастер-класс вождения в Need for Speed Underground. Пусть едет сам собой, догоню, обгоню. Так, если так, то хорошо. Если нет, то и бог с ним. О, смотри, он даже недалеко ушел, даже с учетом того, что я развалился. О, таксист, красава, спасибо. Услуги таксистов, но я им за это доплачиваю. Ну так, чуть-чуть. 500 рублей на карту в Сбербанке, все. Кстати, мне Тинькофф больше нравится, чем Сбербанк, но это так. Хэштег Тинькофф. А здесь давай проедем. Ха-ха. Братан, я тебе хотел уступить, чтобы ты занял хотя бы один раз первое место, но у тебя не получилось. Я в этом не виноват, это твои проблемы. Хотел ручник дернуть, а нажал на нитро. Вот так. Вот и все, победа в турнире. Ну ты заколебал, не можешь что ли нормально остановиться? Просто тормоз нажми, зачем руль поворачивать? Все, победа. Три раза топ-1 занял. Фото, обложки, пофиг. Угу. Установлены все визуальные усовершенствования третьего уровня. Отлично, ты на обложке Hot Force. Да блин, чё мне этих китаянок суют? Ты на обложке Hot Force. Спасибо. Так, осталась фигня, да, получается? Получается, чё у нас? По математике 9 гонок. Заезд на убивание, давай. Чё-то как-то платят за него мало, вам не кажется? А куда деньги в этой игре девать? Тюнинг по факту, ну, грубо говоря, условно бесплатный. Машин тоже. Там заплатишь за них вообще копейки. Тихо. Тихо, не то нажимаю. Опять увидел то, что у меня там эта зеленая фигня загорелась. Вот колхозный тюнинг на 350Z. Мне не нравится. Вот в заезде на выбывание придется потеть. А потеть я не люблю. Уйти. Негодник. Ай. По стеночке. Ай, извини. Не, шучу, пофиг. Не извиняй. Так. Ну пока трасса привычна. По факту здесь просто
ребятки делают локацию, ну, такой небольшой кусочек, и из них там как-то составляют, более-менее протягивают трассу. Вот. Почему-то в голове слово трапеция было. Ну, пофиг. Вот. Поэтому, ну, типа такое. Модель города, но модель, как бы, моделировать город такое себе, потому что, ну, блин, в городе не может отзеркаливаться все резко, но если только ты не в матрице находишься. Зря, кстати, его толкнул. Ничего не, меня это не дало. Ладно, было последний этот, между двумя заруба. Как это сказать, последний круг, во. Давай здесь. Блин, можно было и лучше. Но ладно. А как мне такое расширение получить прикольно, как у того чувака? И в принципе, я вот эти машины могу только в быстрых заездах использовать. Но это ж типа такое себе. А если я хочу ее взять? Ну вот я ее нагло отжал. В гонке. Хотя как бы об этом ни слова не было сказано. Типа то, что давай типа на ключ кататься. А прикинь, прикольная концепция бы была в новой какой-нибудь NFS-ке. Типа, можно заехаться реально на тачку. Если ты проигрываешь, то проигрываешь свою машину. И тебе приходится заново начинать качаться. Но только при условии это было бы то, что у тебя есть еще какая-нибудь машина. Пикапчик. Пикапчик. Это было некрасиво с твоей стороны. Ты в первый раз меня подставил. Мне теперь что делать? Я теперь как... Я все. Я потерянный теперь. Я теперь потерянный. Ты понимаешь, пикапчик? Ну что это за фристайл? Давай, верхний брейк, нижний сейчас еще сделаем. Ну да, да, да. 7 секунд. Отрыва у него. Да-да. Да-да. Язык прикусил еще. О, господи. Значит, турнир я выиграл, на первом месте проехался. А как? Ну как? Я с ними не играю больше. У меня даже закиси нет. Я был уверен, что все будет прекрасно. Ну так-то здесь есть еще пара поворотов, на которых он сбрасывает неплохо скорость. И сихи какой-то. С японцем катаюсь. О, он в Таху, что ли, врезался? Ты чё, лох? Таха это только мой подставной. Вот, смотри, есть шанс его обогнать. Все. Ну, это все. Без шансов. Хотя. Может быть, да. Не, мне кажется, не. Не, бессмысленно. Даже, ну ладно, пофиг. Еще раз попробуем на серию, ну вот на запись именно. Если не получается, ну... подожди, а это я на тебя, да, гнал то, что у тебя тюнинг некрасивый? Ну, типа, ладно, давай я так скажу, то что... Мне не особо. Типа, ну на вкус и цвет товарищей нет. Что-то я, по-моему, не так поговорку сказал. На вкус и цвет. Или так. Я что-то сейчас задумался. Я так поговорил. Я на видеорегистратор записал, как ты читеришь. Ты понял, сраный Skyline? Я все видел. Короче, насчет поговорки я не понял. Не помню, по-моему, правильно. Некоторые говорят, на вкус и цвет, все фломастеры разные, на вкус и цвет. Сколько цветов, столько и мнений. Короче, по-разному можно ту поговорку сказать. Skyline, иди сюда. Я тебе прикол покажу. Ну вот остановись, я подъеду. Преследуем гонщика. Ну стой! Я тебе честно прикол покажу, тебе понравится. Спасибо за поджопник.
На срезкой помогло, но если бы я еще не затупил сейчас. Лучше так, чем войти в угол и совсем остановиться. Да ну нафиг, что опять что ли переигрывать? Ну что-то я не верю в это. Ты что оттормозился-то сильно так? Ой, таксист, спасибо, что уступил дорогу. Что-то он прям сильно, как по мне, оттормозился. Фиг знает. Может, уходил, типа, от столкновения, там, с Таха, еще с чем-то. А может, нет. А может, да. А может, пошел я нахуй, во. Вот это самое правильное будет. Но он меня, тем более, догоняет. Так что это ему вообще не повредило, ни капельки. Куда ты там свою закись? Что ты делаешь? Красный грузовичок, ну ты меня решил в этой гонке вообще полностью подставить. Давай, я по стенке поеду, пофиг. Я топовый стритрейсер, мне это не помешает. Ой, ой, ой. Пытаюсь вырулить в замедлении. Как, где ты такое еще видел? А как так? Ну блин, на них замедление, мне кажется, вообще не работает. Если он только в кадр не попадет. Хотя... Скайлайн. Да этот Скайлайн читер. Мы все видели. Все прекрасно видели. Вот тут срез есть офигенный, но я им пользовался один раз, по-моему, всего. Два, когда врезался тут недавно. Блин, блин. Походу реально третий раз буду переигрывать. Но он что-то вообще не хочет сбавлять ни ходы, ни троить нигде. Может, тебя хотя бы занесет где-нибудь? Ну, пожалуйста. Ну, сделай ты хоть что-нибудь, а? Все, заезд окончен. Это отлично. Это значит, мы еще на шаг ближе к финалу. Так, косарик выиграли. Че дальше? Какой план? Что делаем? Кольцо у нас, да? Уличный морф 7 кругов. Блин. А, порой ты слишком быстр, порой еле ползешь. Готов ли ты к 7 кругам ада? А, ну типа это так, типа показывает якобы 7 кругов ада. Ну, наверное, готов. Если честно, все руки мокрые, задница мокрая, спина мокрая. С моими любимыми ребятками, особенно он с таким же, как я. Я его братом считал, между прочим, а он гнида. Ну 7 кругов, это много. Я на 6-то жаловался. Тут еще вот этот Корич. Я его Корич всегда называл. Ну, не знаю, в серии говорил, не говорил, но в голове я его всегда Корич называл. Ну ладно, хоть не зеленка. Зеленка что-то вообще какой-то дикий. Типсом. Мне что кажется, или на карте стрелочка как-то... Коряло либо нарисовано, либо чё. А, она типа показывает угол поворота, типа в какую сторону у меня машина, как это сказать, не наклонена. А вес сносится в какую машу в сторону, блин. Нет, уйди. Ты не хороший мальчик, я с тобой не катаюсь. Ай! Больно. Так. Ой, чуть опять по длинному этой фигне не поехал. Слава богу, вовремя вспомнил про нее. Такс. Ну, первый круг есть. Просто, блин. Тут даже не самая большая проблема в том, что 7 кругов. Ладно, типа, за один заход 7 кругов пройти, это пофиг. Просто когда ты, если я вот сейчас проиграю, ты, я, научись разговаривать, а? Ага, спасибо. Короче, если я сейчас проиграю, то мне заново придется это все 7 кругов проезжать, и вот это будет вообще пипец.
А ведь никогда не знаешь, когда что-то случится. Может, какой-то баг произойдет или еще что-нибудь. Или там по великой случайности машину занесет куда-нибудь. И все. Типа, в этом, конечно, есть интерес. Гонки, то, что тебе надо максимально чисто проходить. Я в шоке с людей, которые в Форде там по 50 кругов Голиафа проезжают, но там ведь вообще пипец. Вот он догоняет где-то меня. Ну что-то как-то не особо у него получается. Он там еще прыгать пытается. А прыжки я понял, то что здесь вообще, вот именно вот на вот этом трамплинчике. В принципе, на трамплинах лучше не прыгать, потому что тебя сносит. Или ты летишь непонятно куда. Тут-то хотя бы ты видишь, куда ты жмешь и все дела. Ай. Ну, кстати, ему это не мешает меня догонять. Я ему, конечно, не даю этого делать. Ну, стараюсь максимально. Ай. Офигеть, если бы я на платформе играл, что бы было? Что за носик получилось на плюс 60 очков в стиле сделай? В шоке. Ай, ай, о, о. Какая-то песня Джерк. Или это певец Джерк. Фиг знает. Не слушал никогда такого. Не обращал внимания. 7 кругов ада, говорите вы. Ну, блин, ну да. Так-то, если честно, уже подзадушило. Хотя 5-й круг. Осталось немного. Лучше раньше времени не заикаться. Говорю, никогда ты не знаешь, что произойдет. Вот может вот это вот, то, что я сейчас по стеночке проехал, это будет, как-то сказать, слово забыл. Это вот губительно, короче, будет для меня. Но пока вроде нет. Пока вроде ухожу от него даже, нормально. По крайней мере, сейчас 5 секунд есть отрыва. Ну, блин. 6-й. Уже хочется завершить. Да, ну типа 7 прям такое себе. Я когда учился дрифтить... Я, короче, ставил дрифт, ну там быстрые заезды, там несколько трасс есть, по-моему, 8. Я не помню, сколько я прошел. Короче, я ставил 10 кругов и вот наваливал. Блин, 10 кругов на больших трассах, это уже прям духота начинается. Ты можешь сказать, да, ты уже закончишься. Вот так вот. Вот зря я тормоз нажал, это могло сейчас меня тоже погубить. У меня еще закись почти полная, но это так. Но вот такие вот моментики, где можно ускориться более-менее. Только проблема в том, что с моим ускорением ускоряется мой соперник. А потому что прописано ему такое. Ой, разложился. Извини, брат. Это была хорошая гонка, потная. Ну, в плане потной не из-за сложности, а в плане потной из-за того, что долго. Вот так вот. Ву. Вот это имя, я понимаю, Ву. Назову сына Ву. Денежку дали, ну и все, в принципе. Больше мне пока ничего не дают, да и в принципе и не должен, потому что все есть. Дьявол дрифтинга. 4 круга. Ну давай. Давай, опять же, на средненьком, ничего страшного. Ух. Я, по-моему, скролл-лок включу каким-то образом, да. Так. Нет, не хочу начинать сначала, хочу ручку. Да, спасибо.
Газ в пол, шины срываются с места. Что-то не пошло. Соперники тоже у меня что-то пока нифига не набирают. Странно даже как-то. А, вот набрали. Блин. Может, я устал уж. Я ж типа, ну вот, с какой? Я просто не помню, какая серия по счету уже. Ну, что-то все, я это... Я одним залпом играю, записываю. Если вы такие, типа, сейчас скажете, так ты чё, я играю там по 10 часов в день, это фигня, делов. Ну, типа, да, я раньше тоже мог столько играть, но ты попробуй. И играть, и еще что-то при этом комментировать. Правда, я не знаю, кому я это говорю. О, у меня есть идея. Кто досмотрел до этого момента, напишите слово... Жаркий день. Вот так. Хочу вот так. Мне интересно, сколько таких ребятишек, которые смотрят до конца. Ну чё ты? Давай, нормально. Нормально же общались. Звук у нее, конечно, такой. В принципе, раньше же звук, я не знаю, как... Вообще мне интересно стало, как раньше звук записывали автомобили. Потому что сейчас... Звуки записываются с реальных автомобилей, то есть вешают микрофоны со всех сторон и катаются. Интересно, раньше так же делали или каким-то образом имитировали? Собью? Да, сбил. Ну и хрен с ним. Пипец, по спине бежит прямо, если честно. Зато красиво сейчас зашел. Вот не знаю, как вам, а мне понравилось. Да блин! Все, собрался. Тряпка, тебе осталось да пройти вообще фигня. А вот сейчас кизвольчик, кстати, и там я видел то, что еще раз я цепанул. Ну, до этого. Мне засчитали очки, типа, ну, типа, это не была как авария. То есть, грубо говоря, тихонько можно задеть. Интересно. Давай. Раздувается она, конечно, пипец долго. Во-во-во-во-во-во-во. Идем. Вот красивые цифры, тихо. Я лучше остановлюсь, сброшу. Я говорил, я лучше остановлюсь. Ну, то есть я раньше говорил. А, еще и все. В какой-то серии, по-моему, поза прошлое или какой-то там. Я говорю, то что лучше нафиг остановиться, сбросить все, скорость, все очки. Но, я еще даже не на это. Не на первом, не на втором даже месте был в дрифте. Интересное кино. Дрифт рейсинг. Давай. Ой, дрифт рейсинг, чё? Так трак рейсинг же у нас. Согласен. Так, тихо. Пофиг, поздно переключаюсь. Что? Подожди, я ехал вот смотри, вот где у меня машина стоит. Вот, мышку видишь? Вот смотри, я ехал вот тут. Каким образом он вот сюда-то врезался? Вот в этот угол. Я в шоке с этого господина, если честно. Давай. О, попал, нифига. Оставлю. Оставлю закись на всякий случай. Сюда перестроюсь. Давай. Закись кончилась. Блин. Ха-ха, лошара. А мне скорости не хватит, да, догнать? Или хватит? У-ху, победа. Победа любой ценой просто. Мог нажать рестарт. Опа. Беспокойно. К
кто-то сказал то, что Эдди беспокойный. Спасибо. Ну так ясно, потому что все уже, пора ему жопу надрать. Осталось всего лишь 5 гонок. 5. 4 из которых вот. И все, и финал. Все. Так что, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения желаю. Если понравился видеоролик, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал. Для вас это несложно, мне будет приятно. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока-пока.